Юху, ребятки, всем привет! И это супер мега топовое обновление. Вообще, оно просто огонь. В общем, столько много новостей, вы бы только знали. В общем, давайте я вам для начала скажу, как всегда, 1000 лайков, и я пилю новый видосик. Потому что это топовое обновление. Реально, супер мега офигенное обновление. За это обновление вот лайк разрабам. Они, конечно, долго старались, его делали, но оно реально просто огонь бомбезное. Это просто вот вообще 10 из 10 обновления. Всем понравится. Хэллоуин будет также с обновлением. Вот, надеюсь, что я выпущу видосик раньше, чем выйдет само обновление. Так что погнали уже смотреть скриншотики, а потом это все обсудим. Я скажу, что будет в обновлении, а еще скажу, что будут комнаты доступные для вас, тех, кто на мобилках. Погнали! Ну что, ребят, как вам? Как вам? Просто, вот согласитесь, это топ. Это просто топ. Давайте теперь пойдем по обновлению, я расскажу, что там будет. Все это уже есть на закрытом сайте FF Arena NEVS 2018 и обновление открытой беты 11, если что. Так что все это взято оттуда. Погнали вот с самого начала. Это обновление типа называется там сладкий Хэллоуин, типа что-то типа такого. Ну, это я перевожу с испанского, если что, потому что только на испанском языке это все выложено. Итак, Бермуды и Чистилище обновлены. Тогда добавлены элементы, типа хэллоуинской тематики. Вот. Это во-первых. Во-вторых, на начальном острове что-то будет типа зомби, я этого не понял, но как я типа такой смотрю, читаю, и типа там будут зомби на начальном острове. Плюс также темная тематика будет. Вот. Ну дальше это персонаж Каролина, это мы уже все знаем. Дальше оружие М249 и М60, это те, которые пулеметы. Когда вы будете стрелять с них, как я понял, как вам объяснить? То, во-первых, будет что-то типа больше крови или что-то типа такого, вот. И анимация сама, вот, как вы держите это оружие, как вы стреляете с него, будет плавнее, будет мягче, вот, в таком стиле. Дальше это анимации, то есть там типа эмоции, там танцы, всякое такое, это тоже все будет. По идее, должно быть что-то бесплатно, что-то платно, как я понял. Ну, в общем, посмотрим, что будет в обновлении самом. Вот, ну и самое главное, это начнется тестирование комнат для телефонов. И те ребята с телефонов смогут иметь комнату. В общем, вот такие вот дела, ребят. Это очень круто. Давайте поставим лайки за обновление. Обновление реально максимально крутое. Если вам тоже оно понравилось, напишите в комментарии, как оно вам. Всем как-ва, удачи и до следующего видео. Пока-пока.